Буква. Буква А – это мультивитамины, точнее, наш wellness pack, да, мультивитамины, минералы и так далее. То есть это то, что заряжает наш организм на целый день энергии. Да, то есть не зря называется активация организма. И здесь вы можете начать рассказывать, а что такое wellness pack и из чего он состоит. Что это две капсулы омега-3, что это капсула мультивитамины и минералы и, соответственно, астаксантин. На что они влияют? На кожу. Влияют? Рыбий жир, да, у нас есть. На жизненный тонус влияют, то есть все в комплексе, влияют. Иммунная система влияет, мышцы и суставы влияют. Тем более, что в наших мультивитаминах и минералах тоже есть содержание кальция. Да? 175 мг кальция в витаминах есть. На сердце то же самое омега-3, которое влияет на суставы. На наше зрение астаксантин, да, то, что мы с вами говорили, с экстрактом черники. Ну и, соответственно, поговорить, рассказать об wellness pack еще больше, да, что же это такой за продукт, который поможет вашему клиенту, да, вашему партнеру чувствовать себя хорошо. Ну и, конечно, следующая буква – это буква Б, которая означает базу. То есть мы активировали свой организм при помощи wellness pack. Теперь давайте поговорим, а что же все-таки состоит в основе основ, да, что же все-таки такое база. Это наши коктейли, да, наши коктейли Natural Balance, которые богаты белком и клетчаткой, которые вы можете употреблять неограниченное количество времени, да, то есть пока можете себе позволить, так скажем, да, потому что ограничений каких-либо как на витамины, так и на коктейли нет никаких в плане длительности. Опять-таки рассказать, зачем же все-таки наш коктейль лучше, да, что подтвержденное снижение веса, вот сейчас, да, был хороший пример, да, человека, что похудеть в программе. Полноценная еда, сбалансированная клетчатка омега-3 и так далее, снижает чувство голода, потребность к сладкому, да, это наши батончики те же самые, не содержит абсолютно никаких ГМО, искусственных добавок и так далее, повышает энергию, ну и, конечно, состоит из натуральных ингредиентов. То есть, таким образом, вы уже два, так скажем, продукта, да, можете продать. Почему? Потому что все вместе, когда человек просыпается утром и начнет, например, принимать, да, он знает, что утром он может, например, выпить наш коктейль, а после обеда выпить наши витамины wellness pack. Соответственно, когда он это ведет себе, так скажем, в привычку, он будет это делать постоянно. Я себе зареклась, что каждый день в 11 часов дня я буду пить коктейль. И поверьте, я уже пью на протяжении 3 месяцев, что все равно раньше командировки я пропускала, да, то есть, ну, все мы девочки, можем иногда настроение нет, неохота идти делать и так далее. Но здесь я зареклась, что его буду пить, и поверьте, я пью его, у меня уже 10 часов, я на работе говорю, что это за время, все уже понимают, иди уже пей свой коктейль, пожалуйста. То есть реально это дело привычки, и после обеда... А я 7 утра пью, ничего, я 7 утра пью. Без проблем. Вы просто, ну, вы как раз таки в качестве завтрака, да? А я, например, позавтракаю немного, а потом в качестве перекуса выпиваю наш коктейль. Без проблем. Ну да, можно сказать и так. Но, например, те же самые витамины, да, wellness pack, пить обязательно после еды. Почему? Потому что здесь есть омега-3. Омега-3 на голодный желудок употреблять нельзя. Это влияет в первую очередь на ваш желудок. Поэтому, пожалуйста, когда вы рекомендуете наши витамины, всегда говорите о том, что любые витамины, неважно какие, лучше употреблять, конечно, после того, как вы покушали. Ну, конечно, не сразу. А да, нельзя сразу с коктейлем? Можно. Вот, то есть вот как раз таки я и хотела, да, перейти к тому, что вот система А, Б, что выпей коктейль, а потом выпей витамины, и на весь день у тебя действительно будет полный заряд энергии и все те, так скажем, свойства, да, которые дает коктейль, там, снижает чувство голода и так далее. Можно спросить? Да. Спросить, чтобы надо понимать принципиально в одно и то же время каждый день, то есть сильный коктейль. Ну, прям принципиально нет такого, нет, абсолютно. Потому что это все те элементы, они там... Чтобы вы понимали, да, витамины и минералы именно в том количестве, которое нужна нам суточная доза, да, именно. Поэтому там нету сверхдобавок, потому что я знаю очень много спортивных БАДов, да, где прям огромное количество кальция, и ты лишний раз думаешь, господи, он же не усвоится весь, да, мы, кстати, про кальций с вами тоже поговорим. И там прям огромное количество, больше, чем суточная доза других витаминов. Кальций не комет. Я однажды пила, но до нашего. Я сразу до вечера перестала ходить по маленькому. Почему? Не знаю. Хороший вопрос. Не могу сказать. Просто, чтобы понимали, да, я не врач, и рассказать там о физиологических я не могу никак.
Поэтому, опять-таки, да, когда вы, то есть здесь вы уже можете, говорю, совместить, когда вы начинаете говорить про активацию организма, о том, что человек хочет быть активным весь день, вы можете сказать, что человеку еще нужна и база, это наш коктейль. И то есть таким образом рассказывать уже о двух, да, позициях, как минимум о двух позициях нашей линейки. Да, то есть, и чтобы это наше восполнение индивидуальных потребностей. Например, если к вам пришел человек, который говорит о том, что у меня слабые ногти, теперь уже, либо, например, я чувствую, да, что у меня там слабые кости, ломят суставы, сводят судорогой, что мне делать, вот тогда вы можете предложить ему и букву В. То есть, если буква А и В, это нужно нам всем на постоянной основе, я могу рассказывать всем. И если человек все-таки поделился своей проблемой, то вот она пришла, наша буква В, да, восполнение индивидуальных потребностей. А именно, человек хочет похудеть, окей, рекомендуйте ему еще употреблять суп. У человека проблемы с ногтями, с волосами, пожалуйста, вам нутрикомплекс. Дети, да, то есть человек может у вас, клиент может у вас спросить, потому что я хочу еще для ребенка что-то. Пожалуйста, то есть он сам выведет вас на этот вопрос, и вы можете, то есть у вас есть, скажем, полный арсенал, да, что можно предложить. Ну и, конечно, вот так вот, да, три, чтобы вы видели, как они выглядят. Буковка А, буковка В, Б и буковка В. То есть вот таким вот образом сейчас очень легко можно, скажем, еще раз предлагать продукцию, да, потому что очень часто, к сожалению,